идею для нового бизнеса, если у вас есть бизнес, да, значит, то, конечно, внутри векторного кольца вы можете обнаруживать, ну, то есть вот во внутреннем контуре что? Значит, во внутреннем контуре у вас, значит, есть люди ключевые, которые с вами создали. Это же главная проблема роста команды, да? То есть вы входите, когда бравой командой, так сказать, на покорение Эвереста, вы покоряете Эверест, и дальше вы имеете амбициозных людей, вот, которые в целом оказываются сейчас, если все перед этим были 300 спартанцев, так сказать, воевали без чинов и званий, то тут появляются чины и звания. Кто-то начальник, кто-то, значит, директор потому-то, кто-то, значит, руководитель потому-то, там и так далее. И это, на самом деле, кризисный период для трансформации. И бизнесы часто, как бы, покоряя свой первый Эверест и навязь на четыре лапы, они часто теряют сотрудников, которые были ключевыми. Вот. Поэтому посмотрите в свой внутренний контур. Вот. Посмотрите на сотрудников, которые для вас ключевые. Чтобы вы могли, учитывая их компетенцию, их знания, их возможности там, и так далее, чтобы вы могли с их помощью делать еще. Да? Вот у вас идея для бизнеса. Значит, если мы говорим про производство, да, создание часто инфраструктурного продукта для вашего бизнеса может превратиться в хороший продукт, да, для аутсорса каких-то, ну, то есть, чтобы у вас брали в качестве аутсорса какие-то важные составляющие там, и так далее. То есть, условно говоря, если у вас есть производственные мощности, вопрос, что еще на этих производственных мощностях вы можете производить, как еще вы их можете использовать там, и так далее. Поэтому в каждом контуре всегда есть точки роста, вот, которые вы можете использовать.